красиво. Ну вот, добрались до Нижнего Тагила, Меднорудянское месторождение. Сейчас спустимся. Ой! Ну вот прямо сверху, да, это Хризакола, по-моему. Замывает. Да, уже вон до того уровня. Смотрите, Сережа, замывает, вообще конкретно замывает. Ты сам сколько хорошего похороненного уже. Ну вот тоже. Вот Хризакола на Буром Железняке. Руда. Интересно смотреть тут. Вот прямо сверху встречаются такие вот кусочки. Ну вот так вот по отвалу потолкаться. Тяжелая на нем медная зелень. В кучу сложу, потом разберусь. Ну, нравится мне набором железняки медь. Так, с другой стороны посмотрим. Маленькие красотульки. Тоже непонятно, по-моему, синя отдает азурит. Вымоем, посмотрим. Вымоем, посмотрим. Смотрите, посмотрите, потом...
Вот такие вот красотули. Какие стойки старики раньше делали. Кто-то ищет малахит. Ходит псевдомалахит, тагелит. Ну ладно. Интересная штука, конечно. Раздолбить-то ее можно, но камень-то интересен тем, что целенький, но как его тащить? Мелочевка. Ну так вот выглядывает. Симпатичная вещь. Вымыть, да, конечно, интереснее будет. Вот тоже. Фу, гадость какая.
Медная зелень. Покрупнее бы. Копаешь, копаешь, потом раз, кусок малахита тебе. Ты не знаешь, что делать. Вернее, знаешь. Да, именно на этом меднорудянском месторождении глыба малахита. 300 килограмм нашли. Ой, килограмм, говорю, 300 тонн. Вот, крепи старые. Ну ладно, посмотрим сначала сверху, а потом, если что, еще забьемся. Тоже медная зелень. Как говорят, ноги береги.